И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Приветики, омлетики, дорогие зрители канала. Ребята, как же давно мы не записывали с Серегой карту хоррор. Называется Интернет, правильно? Да, нарушитель. Если опять угостите, приятного аппетита, а мы проходим страшную карту хоррор. Если, ребята, вам понравится, вы обязательно поставите лайкосик, подпишитесь на канал и в наш дискорд залетайте, пообщаемся. Блин, прикольно, да, сделано все? Да. Как у тебя в комнате прям, Серега, все? И у меня тоже. Да. Разбросы, да. Мужская комната чисто. Не так, что нам нужно сделать? Попить воды. Пошли. Самое главное, попить водички. Ладос. Как прикольно так открывается. Я попил. Попил? I take, да, все, можем идти назад в комнату нашу. Давайте спать. Комната закрылась, Серега. Я сам сплю. Ну все, я сплю, а ты не будешь спать. Классно. Так, я проснулся. That Hawking coming from. Кто-то стучит в двери, получается? Идем посмотрим. Так кто там? Давай этому придурку сейчас рожу начистим. Никого. Пусто. А кто это стучался? Не знаю. Ну ладно, идем назад в кровать. Может, нам опять послышалось? Спать? Да нет, прям такой стук был. Как будто кто-то стучал. Блин, мне казалось, там кто-то ходит. Так, что-то мне там написало внизу, я не успел посмотреть, что мне там надо сделать. Ладно, идем опять на кухню. Опять может, что-то пить хочет. Наверное. Алкаш, блин. Обоссыться просто, понимаешь? Ну. Ну, блин, какая-то. Это твоя тень была. Я испугался тени до шкафу. Это нормально вообще? Да. Холодильник открытый до сих пор. Взял? Да нет, ничего не взял я. Ну, а что там? Может, надо было опять до двери нажать дверь? А ну-ка. Я на... Ого. Эй, придурок. Хоть посмотрел, как со стороны дверь открывается. О, что здесь? Так, ну ладно, идем. Опять послышалось? Это что ж такое? Мужик, ты чё? Так, мне не надо туда идти. Серега, я опять лег спать, ты не успел. Да пофиг. Я на король. Да по башке себе постучу. Just ignoring it. Надо игнорить это. Вроде бы так переводится. Че, я должен игнорить это? Опять какие-то звуки, слышите? Дима, он что-то выломал у нас. I'll write this too much. Воу, я слышу какие-то реально шумы. Давай, Дим. У меня шаг замедлился, я теперь не могу. Ой, ё-моё! Ой-ой-ой. Вот это я дёрнулся. Получается, нам надо что-то по-другому сделать? Попытка номер два. Так, теперь мы уже знаем, что делать. Давайте быстренько. Так, водичку. Сразу идем в комнату. Оп, это ты скрипнул? Я уже каждого шума на этой карте боюсь. Так, мы легли спать. Пили водички. Хорош. Так, что мы сейчас делаем во второй раз? Мы просто не будем туда спускаться вниз? Или он нас все равно найдет? Мне вот это уже интересно. Так, кто-то стучит. Идем открывать. Я здесь. Никого. Ну на человека не похоже. Неужели человек так может быстро постучать и убежать? Да. Это уже как-то подозрительно. Очень странно. Оп, отпустили. Идем еще раз. Я уже не помню, надо водичку еще раз пить или нет. Надо еще раз воды выпить, я понял. Feeding me again. Ага, еще раз кто-то стук. Не? Да. Я открыл дверь, и в это время был стук. Вы поняли этот прикол? Вот сейчас тот момент, когда мы должны очень все классно сделать. Но мы не знаем, что делать, поэтому как будет, так будет. Надеюсь, он нас не поймает. Может, надо убегать от него? Главное, не ложись спать. А уже ложись. Хорошо, я понял, не буду спать. А ты опять лег, да? А мне кажется, надо по-любому до этого момента лечь спать. И уже когда он зайдет в комнату, надо просто, наверное, не идти туда вниз, не спускаться. Вот сейчас тот момент, когда он нас может убить. Я так понимаю эту тему. Серега, ты где? Я в комнате. Так. Ага, я вижу. Я слышу, как он двери ломает.
Может, вот телефон? Он, вот он вышел, забежал. Я бегу наверх, Серега. I need to head in my room now. Быстренько в нашу комнату написано, надо идти. А я быстро уже бегать не могу. Обосрался от страха. Закрывай двери. Закрывай, закрывай. Вот, ребята. Посмотрим, что... А! Ёкала-манекала! А? Bad ending. Блин! Вы классно! А что надо было сделать? Я так и не понял. Получается, надо было что, лечь спать, что ли? Или в шкаф, может, надо было залезть? В шкаф. Походу, в шкаф. В шкаф, отвечаю тебе, 100%. Или под кровать, либо в шкаф. Опять 25? Ну, хорошо. Попытка номер 3. Ребята, ну это прям какой-то эпик. Это прям эпическая карта. Первый раз такую вижу, чтобы так круто было сделано. Я бы делал очень все быстро. Так, я понимаю, и мы так с Серегой подумали, что надо запрятаться в шкаф. А в шкаф дверь не открывается. Может, нам вылететь за карту? Не, ну это, знаете, немножко читерски, ну а что делать? О, все, сработало. А вдвоем намного легче, ребята, проходить. Так, сейчас будет опять заставка, где мы должны это игнорировать. Ребята, кто проходил эту карту, напишите, правильно мы все делаем или нет. Так, сейчас перед тем, как я буду туда идти... О, слышь, я сплю, а ты там ходишь. Ты нормальный вообще? Что за несправедливость? Да. Во, опять шум. Ломает что-то. I'll ride the too much. Так, еще раз. Давай проверим, шкаф открывается. Да шкаф-то не открывается. Давай, погоди, потихонечку я пойду. А давай ты, короче, туда пойдешь, а я попробую в шкаф залезть. Может, все-таки сработает. Ну, нам же написано, надо в нашу комнату, правильно идти? Да. Может, надо в окно вылезти? Короче, готовься, Дим. Да, я возле шкафа стою. Ну, по-любому в шкаф залезть надо. О, да, я в шкафу, Серега. Все, я в шкафу, отлично. Сейчас пройдем, ребята. Есть, мы догадались. Кстати, тут есть щелки. Я, кстати, вижу, что там происходит. Угу. Я слышу его. А! Тебя поймал, да? Походу, меня. Ребята... Очередная попытка. Это как день сурка, знаете, когда вы одно и то же делаете? Проживаете один и тот же день. Мне интересно, много людей вообще эту карту попыток использовали, чтобы пройти? Кстати, вы заметили, что шкаф открывается только в ту ночь, когда уже маньяк в этом стучит к нам. Так, Серега побежал, я сразу сейчас нажму здесь Е, чтобы быстрее все было. Серега пьет воду, я нажимаю, и мы засыпаем. А мы вдвоем в шкаф влезем, если ты будешь возле шкафа, я подожду тебя. Знаю. Да ё-моё, что за сосед? Дим, ты готов? Да-да-да, я главное, чтобы ты... Мне кажется, все-таки тебе лучше за карту улететь. Мне так кажется. А если это не сработает? А может, ты ко мне прилетишь просто до шкафа? Есть идея у меня, Дим. Короче, какая? Давай, будь готов. Ты хочешь прям ко мне в шкаф залететь? Ну, будь готов просто. Все, ты проснулся? Да-да-да-да-да. У шкафа стоишь? Да. Ой. Ой-ой-ой. Все, шкаф открытый, я в шкафу. Дверь в шкаф закрылся. А ты вышел, что ли? Ну, такая идея. Блин, это хорошая идея, Серега. Так, ребятушки, сейчас мы сделали очень по-хитрому. Он кто-то кричит, он меня поймал. Хотя, да, под кровать. Ой. Хотя, мне кажется, можно... Серега, хорошая идея под шкаф. Блин, а если под шкаф не сработает? Под шкаф. У меня, ребята, только под шкаф. У меня... Залезть в кровать и под шкаф, да, нормально. Блин, я вот думаю, а какие еще есть места такие интересные, где можно заныкаться? Комната родителей закрыта? Да. Здесь вот комната открыта. Может, в эту комнату надо нам зайти? И заныкаться вот здесь вот? Ну, тут подвал есть, Дима, кстати. Подвал? Да. А вот еще тут шкаф есть. Короче, тут есть места, где заныкаться. Ну, блин, с другой стороны, он же сразу выбегает и бежит к нам наверх сюда. Поэтому мы не успеем никак куда-то убежать конкретно. Так, надо думать. Тогда буду пробовать под шкаф залезть. Ой, под шкаф и все такое треть. Под кровать. Или в окно пробовать. Короче, сейчас мы еще раз попробуем. Если не получится, мы тогда... Я улечу за карту. Блин, это классно выйдет. Там, мне кажется, скрипт не сработает, он убьет нас. Игра-то подумает, что я не заныкался. Я подхожу. Кашка, она будет готова. Я нажимаю все. Ну там пока ничего не появилось у тебя, да? Нет. Но я вот жму на кровать и на окно. Появилось что-нибудь? Нет, ничего не появилось.
Ну давай, короче, залезу в этот и на корточки нажму, и выключу фонарик. Да, выключу уж. Ты опять, да, вышел? Да. Угу. А может на одного игра? Блин, он поймал меня. Ну что, ребята, надеюсь, сейчас у нас получится пройти. Так. Шкаф не катит, потому... У меня сразу убил! И сразу вернусь назад. Блин, я боюсь до двери туда идти, я сейчас опять скривер этот жесткий поймаю. Опять бегу назад. А ё-моё, ну ладно, придется туда идти все-таки вниз спускаться. Вот дверь. Открылась. Все. Быстрее, быстрее, быстрее. Я бегу. Но он не бежит, он как будто обосрался немножко. Вот, все, я заныкался. Во, по-другому скрипт сработал, кстати, Серега. Так, я слышу, да, по-другому теперь, Серега, все. Родителей моих душит. Он идет ко мне сюда в комнату. Так. Шкаф открылся. Работал скрипт. Блин, я, ребята, боюсь. Ай, ай! Ё-моё, ну нафига? Ну нафига вы так пугаете? I must quick and going to come back here. Это что мне надо? Что надо? Come back here. Вернуться я куда? Я должен вернуться. The my parents room. Так это уже было. А! Ну нафиг! Ну нафиг! Я не знаю, что мне делать. Ребята, очень страшная карта. Очень! Ну нафиг её! Если вам понравился этот хоррор, и вы знаете, как этот чертов хоррор пройти, напишите в комментариях, потому что у меня просто нервная система не удержит ловить столько скримеров. Кто напишет, как проходить, мы обязательно ее пройдем. Если вам понравился этот хоррор, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Телеграм. Ну а всем отличного настроения, и всем пока!